По завещанию отца, уколовшегося какой-то деревянной щепой в результате автокатастрофы, карета сломалась, рухнула, раскололась. Иван находится под опекой нескольких бояр. Такой своего рода регенский совет. Однако вдова молодая, Елена Глинская, оказалась девушкой с характером. Елена быстро сориентировалась, избавилась от боярской опеки, от роли домохозяйки и твердо взяла власть. Обрела фактически статус государыни, соправительницы малолетнего сына. Ну, длилось это недолго. Прошло несколько лет, и Глинскую отравили.